Приветик! Киса, выручил! Привет! Она целится, ты знаешь, куда она хочет? Она хочет на стол. Ой, нет, нельзя на стол. Нельзя на стол. Всем привет! Сегодня какое, 28-е? Да? Нет, 28. Сегодня 28. Я в прошлом видео оговорилась 26 ноября. И сказала, что у нас 26 декабря. И все мне начали в комментариях писать. Я даже и не заметила, что я сказала 26 декабря. Сегодня день матери. Ну, у нас в Швейцарии день матери, по-моему, весной. Мама. Да? Весной же у нас день матери? Не знаю. Вот. А в России, может быть, еще в каких-то странах, сегодня день матери. Поэтому поздравляем всех мам. Каролина у нас ушла в кино. Пригласила ее подружки в кино. Там они с родителями же поедут. Да. Сегодня Ксюша у нас пойдет. Ехлинцу. А что это такое? Слатэр. В общем, они будут ходить с фонариками. А у нас а у Ксюши будет факел большой. Она колбасу съела! Она уже две колбасы съела. Успела, да? Успела, наелась? Давайте, убирайте со стола. Видишь, какая невоспитанная кошка. Зачем ты сняла канат? Чтобы она играла. Так она там нужно играть, он должен висеть. Как он снимается? А выкручивается просто. У нас у Бонни бегает, как конь. Где Фиона? Она хочет играть с ней. Где Фиона? Играть, играть хочет, играть хочет. Ой, ой, что такое? Лапка. Не хочет играть. Не хочет она играть с тобой. Она и с одной стороны, и с другой стороны подойдет. И никак, да? Не выходит она. Не хочет. Что ты ей зад-то нюхаешь все время? Ну, играй. Так, 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 так. Осторожно. Осторожно. Так интересно наблюдать за ними. Сейчас даст она тебе. Все. Я тебе пальчик придавила. Да, там, где больно. Что у тебя с голосом? Мама, все хватит. Где твой голос? Ушел. Куда ушел? Куда? Ксюша, голос потеряла. Будешь складывать свои все вещички летние. Угу. Пау. Вот сюда все складывай. Вот это все надо убирать. Все майки, футболки. Свинка, кошка. Ты будешь вешать себе шарики? Куда? Такой голос вообще. Ну-ка еще раз скажи. Ну скажи еще раз. Скажи, мама. Папа. Маргарита говорит, мне носить нечего. Штанов сколько? Марго. Их я уже давно не ношу. Чему? Тахтасмаха. Надо носить. Марго. Они же как раз тебе. Тахтасмаха. Найкс. Когда такая плохая погода, меня сон клонит всегда. Мне спать хочется. Угу. Насчет календарей спрашивали, когда мы будем собирать календари. В общем, в итоге мы решили, что адвент-календари мы купим готовые. Каждому. Кто какой захочет. Ксюша хочет Майнкрафт, да? Ксюша будет Майнкрафт открывать. Маргарита хочет сладости. Я не знаю, какой. Может, я себе какую-то косметику Мама, куплю. Там в Амазон с косметикой. Есть очень много. Там есть тоже Принглс. В Амазон. У нас нет Амазона. Я знаю. Вот. А бабушки там тоже подберем какой-нибудь папе. Ну, в общем, каждому купим готовый календарь, который будут открывать каждый день. У нас даже для Бонни есть календарь. Мы решили так, что мы подарки будем дарить на Рождество или на Новый год. Новый год. Или на Рождество. Новый год. Те деньги, которые мы собирались выделить, да, по 100 франков каждому, чтобы купить подарки, и мы вытягивали имена, так все и остается. Каждый будет дарить тому, кого он вытянул. Но на вот эти на 100 франков будем покупать подарки. А папа мне как-то говорит. Либо один подарок, либо несколько. Но, в общем, на эту сумму мы купим и подарим либо на Рождество, либо на Новый год. Я не знаю еще, когда. Нет, не хочу это. Хочу, чтобы ты подарила мне, потому что папа не знает. Ну, я же папе помогу. Какая разница, Ксюш? Ну, ты чего? Каролина. А, Каролина. Каролина мне. Она же одна не пойдет. Она же пойдет с папой, там, не знаю. Это все. А я папе, что ты хочешь, чтобы я папе подарила? Ну, я с тобой пойду пижаму, и выберем. Пижаму, носки, трусы. Папа не спит в пижаме. Я пойду с тобой, и мы выберем папе что-нибудь. В общем, вот так. Мы будем открывать календари, но не самодельные, а уже готовые.
Я сейчас хочу вот эту гирлянду повесить. Знаете, куда? У меня идея появилась. Вот так вот вокруг окна. Я не знаю, насколько хватит. Вообще-то здесь, по-моему, метров 10, если я не ошибаюсь. Ты притащила вот эту коробку? Она тебе нужна? Ксения, ты коробку вот эту притащила для чего? Сейчас уберу там вещи. Что там такое? Значит, что это такое? Кукла там лежит. Тут косметики. А, там всякие фантики. А это куда? Это Витя подарить? А какой у нее телефон? 11. Вот этот? Да. Ну, подари. А зачем он тебе нужен? Тебе не подходит. Это ты заказала неправильный. Это я заказала неправильный. Так, сейчас сначала я подключу. И потом буду... Тут у нас такая розеточка есть, скрытная, секретная. И вот так вот подключаем. О, все горит. Ты нюхала? Понюхай, как она пахнет. Почему? Ой. Вообще, это какой-то запах резкий. Резиной прям пахнет. Так, потом вот так вот мы... Ой, конечно, в эту сторону. Вот так вот закрываем. И здесь провод придавливается. Все, и теперь мне нужно будет вот так вот обклеивать. Мне скотч нужен, Ксюнь. Скотч мне дашь? Скотч нужен, скотч. Нет, нет, скотч. Нормальный скотч. Пузатик такой. Ты такой пузатик. Мне кажется, она поправилась. Не знаю, выросла, не выросла. Она у нас уже живет третью неделю. Третья неделя, по-моему, пошла. Чтобы если там так вот проходило, тин-тин-тин. Еще можно включить, чтобы они мигали. Сейчас попробуем. Ксюша, как всегда, тут раскидала все и ушла. Ой. Вот здесь вот можно переключать. И они будут мигать. Будем с Ксюшей делать пиньяту. По крайней мере, попробуем. Я никогда еще не делала. Потому что осталось сколько? Осталось 2 недели, да? Чуть больше. Чуть больше, чем 2 недели. И будет день рождения у Макса Каролине. Вот хотим сделать какую-то такую пиньяту. Ну, в принципе, несложно, да? Угу. Нарисовать голову, вырезать отдельно вот это вот. А у нас вот такая вот гофрированная бумага есть? Ого, как красиво! Киса, не надо. В общем, у меня не хватило картона, и мне пришлось приклеить.
соединим две штучки, потому что уши большие, мама, длинные. Вот так вот получается. Мама. Она картон кушает. Она кушает картон. Ты что делаешь, а? Нельзя. Нельзя кушать картон. Чуть-чуть, дай сюда. Вырезала я две фигурки. Ксюша, нам теперь самое сложное, нужно вырезать это, чтобы нам сделать ее объемную. Нет, это узкая сильно, где-то 10 сантиметров хотя бы. Я линейку принесу. Принеси линейку и этот картон. Ребят, мы почти закончили. Да, вот так переворачиваем. Нет. Нет, ты все правильно сделала, да. Вот эти, они же одинаковые ухи. Вот так. Ну там даже если щели будут, ничего страшного, мы же все заклеим бумагой. Фух, я устала. У меня ноги болят, уже сидеть. Мои коленки. Все, осталось заклеить вот эту крышечку сверху. 4 скоро, но в 5 там будет. Готова пиньята. Ой, самое. Теперь я не знаю, нужно посмотреть, если у нас есть такая бумага, гофрированная бумага. Потом нужно делать и глаза, и все. И... Когда? Когда? Потом, бумагой цветной. Потом, я не знаю, либо сверху проделать дырочку, либо где-то снизу, чтобы конфеты туда засыпать. Взяла, сама себе пожарила эти сырные палочки, никому не дает. Потому что это мое. А ты сама себе я купила? Я сделала. Иду! Он тебя не боится? Нет. Ай! Немецкий. Да. Учи немецкий, давай. Да. Давай, пойдем за стол. Нет. Пока у тебя там новая тема. Что, он тут проходит? О! Учится уже считать. Макс, смотри, у тебя погода, тема. Она сейчас разольет от мандарин. Жопу сюда. Спрашивали у меня, чем я подстригаю когти котенку. Вот такими вот. Такие вот ножнички еще покупали для Бонни. Котятам нужно очень осторожно подстригать ногти. Получается, там очень близко кровяные сосуды. Не надо, я сама это сделаю. Я ей обстригаю буквально вот только-только вот прям кончики самые острые. А так нужно быть очень осторожными. Ты не боишься? Ой, какие у тебя когти уже. Вот так вот раз. Как он звучит. Бонечку, подожди, вот так вот. Давай тебе. А Фионе я... подстригаю, когда она спит, потому что она мне не дает. Вот, смотрите, он как закрутился. Бонечка, он у тебя очень длинный. Закручивается. А здесь тоже.
Все. Задние ногти у нее почему-то не вырастают очень прям длинными. Она как-то их стачивает, я не знаю. Задние я не подстригаю, только все. Передние. Все готово? Ой, молодец, все. Умничка. Сегодня первое воскресенье этого адвент-календаря. Я не пришла. К тебе не приходил почему-то. Вот, получается, видите, 28-е, мам. Рождество у католиков 24-е, с 24 на 25-е. Сегодня первое воскресенье, вот второе, третье, и вот это последнее воскресенье, мам. Перед Рождеством. Вот это вот сегодня приходил Санта-Клаус, а к вам почему-то не мам. Приходил. Так, все, мы собираемся, уже почти 5 часов. Не можешь застегнуть? Так, шапку взяли, перчатки закрыто. Нужно? Перчатки, бери перчатки, ручки мам. Замерзнут. С фонариком ходить. Перчатки. Ксюш, тебе ручки не замерзнут нести в этот факел? Серый? Идем. Все, идем. Снег пошел. Снег с дождем, что ли, не пойму. Ты где нашел лед? Ты сейчас промокнут у тебя перчатки и будут руки холодные. Пока. Все, пошли с фонариками. А вон Ксюнчик идет. Они уже прошли, да, вон там. Как тебе с факелом, понравилось? Нет. Ходить? Нет? От него же тепло было? Так. От него тепло было? Да. И снег пошел такой еще сильный, а я без шапки. Да. Я такая стою, снимаю и чувствую, по лицу течет вода. Снег растаял. Совсем мало вы прогулялись. Прям чуть-чуть. Кружочек маленький дали. Нет, такой не сделаю, такой сложно. Такой торт не все могут сделать. Это очень сложно. И такой большой. Да. Только нижняя часть будет белая, там будет этот Мандалориан, или как он называется, белый. Я знаю. А верхняя часть будет твоя зеленая с этим, и с ушками будет от этого, от Бэби Йоды. Да. А это Йода? Да, голова Бэби Йоды будет. Вот, видишь, так вот. Вот эта вот часть Макса будет, вот этой части не будет, и сразу будет твоя внизу. Видишь, вот это? Вот это не будет что? Части. Красиво так горит. Да, Макс? Еще елочку поставим, только я думаю, куда ее ставить. Либо здесь, либо вон там. Может быть, этот домик переставить туда, а здесь елочку. Но она здесь стоит всегда. Там будет, мне кажется, неудобно елочку ставить. Там лучше кошачий домик поставить. Ты опять сидишь и ждешь, да, еду? Я думаю, что мы уже на этой неделе поставим елочку. Да? Поставим елочку на этой неделе. Мама, эта неделя уже заканчивается. Ну, я имею в виду вот новая неделя. Да. Докуплю я елочные игрушки. У нас же есть, да, гирлянда на елку? Да. Мне потом еще нужно кухню убирать. Это все мыть. Давай. Из кино очень кажется. А какой фильм вы сегодня смотрели? Про кого? Девочка какая-то. Про какую девочку? Не знаю. Ты не знаешь, как фильм называется? Нет? Интересный? Понятно. Не знает она, какой фильм она смотрела, но фильм какой-то смотрела про девочку, да? Замечательно. Ложимся в клеточку. Да, это мы купили с ней. Жалко, что они все одноразовые, да, Маргуш? Угу. Почему там еще были... Не меняется стержень. Нет, не меняется. Ага, вот тут надо откручивать. Внизу попробуй открутить. Во, вот здесь вот. Вот это меняется. А там была одна ручка красивая. Но она была одноразовая. Фиона! Сатафон воняет! Кажется, она в туалет сходила, значит. Да? Выпустили Бонни погулять, она убежала. Непослушная собака. Обычно ночью она не убегает, но... Да. Бонни! Ну ладно, все равно далеко не убежит.
Прибежит. Замерзнет, прибежит. Да? Где кошка? А, вот ты где. Я ее теряю. У нас на кухне пол черный. И ковер у нас такой темно-темно-серый. Я ее постоянно теряю. Ну, там на полу она сидит, ее вообще не видно. И точно так же на ковре ее не видно. Когда открывается холодильник, она тоже, она слышит, что холодильник открывается. Она быстренько бегом туда бежит и начинает голову туда сувать, нюхать, искать что-то вкусненькое. И я теперь себя приучила сначала смотреть, бегает, сначала смотреть вниз, есть ли она там или нет, и тогда уже закрывать дверь, потому что один раз чуть голову ей там не прищемили. Она так незаметно подошла, голову туда засунула, и я начала холодильник закрывать. Хорошо, я вниз посмотрела, увидела ее, так бы точно ей бы там. Спрашивали у меня насчет итальянского языка. Учу ли я его, как я его учу. В последнее время я стала смотреть просто фильмы на итальянском, потому что, в принципе, я грамматику знаю. Она такая же грамматика, как и в испанском языке. Поэтому я стала смотреть фильмы. Это очень помогает. Нет, смотри, что она делает, а? Что ты делаешь? Это очень помогает, потому что я, когда изучала испанский, я тоже очень много смотрела фильмов, я смотрела сериалы. Чисто интуитивно я стала как-то понимать, запоминала слова. Вот, и поэтому мне кажется, проще всего просто смотреть и фильмы на итальянском. Вот, а грамматику, в принципе, я знаю. Где это? Хулиганка. Вот она идет. Идет она. Это кто? А? Это кто гуляет у нас здесь? Ну-ка, быстро заходи. Бегом. Гулящая собака. Ну-ка, место. Иди на место. Все, она знает, что ее сейчас будут. Вот ее место. Это кто ушел? Это кто? А, кровать мокрая сейчас будет. Ну-ка. Вообще молодец, кровать намочила. Где ходишь, а? Пошла, погуляла, в туалет сходила там, наверное. После себя не убрала, конечно же. Бонни, кто после тебя будет убирать твои какашки? Вот увидит кто-нибудь, что ты где-то какаешь, потом нам будет штраф, что у нас собака сама по себе ходит и после себя не убирает. Бонни, так нельзя. Так нельзя. Все, ты наказана, спи, все. Больше не пойдешь без фонтка гулять.